Сегодня я снимаю видео, такое не совсем свойственное моему каналу. Сегодня я собираю сладкие презентики для моих деток. Я люблю собирать такие небольшие сладкие подарочки деткам сама. И на Новый год я тоже это делаю, и даже как-то снимала вам видео. И оно очень понравилось многим, поэтому в этот раз, когда я задумала делать такие небольшие сюрпризики детям, то решила сделать это вместе с вами. И, в общем-то, сейчас покажу, что я купила, что у меня есть. И, в общем-то, да, и сразу оговорюсь, что в этих подарочках будет именно то, что любят, едят мои дети. У меня дочь с аллергией на шоколад, например, поэтому я никогда не кладу в подарочки шоколад. Вот, поэтому не надо в комментариях писать, что надо было положить побольше шоколада. Нет, поверьте мне, не надо. И основная масса всех вкусняшек у меня из Вкусвилла, потому что у них очень-очень хороший состав. У меня есть два вот таких вот красивых блестящих пакетика. И вот такая вот гора разных вкусняшек. Ну и начинается самый увлекательный процесс, это собрать вкусные подарочки. У дочки в подарочке будут вот такие вот пюрешки, я вам уже показывала, что она их просто обожает. Ну а сыну вместо таких пюрешек, он их не любит и не ест, я положу шоколадки. Ну а остальное наполнение у них абсолютно идентичное. Все я покупала в двух вариантах. Два вот таких вот подарочка, сладких сюрпризиков у меня получилось. Я думаю, дети будут очень-очень рады. И всегда приятно делать вот что-то такое своим деткам, потому что в такие подарочки как раз-таки можно положить то, что любят, предпочитают именно ваши детки. Если вы тоже сами собираете такие сладкие сюрпризы своим деткам, то поставьте мне лайк, буду знать, сколько нас таких. Ну, а на этом хочу попрощаться с вами, пожелать вам всего самого-самого наилучшего. Скоро обязательно увидимся. До новых встреч. Пока-пока!